Здравствуйте. Сегодня в гостях у дневников Кавказского дома Татьяна Горская. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Ну, с вами мы практически не знакомы. Я попрошу вас для начала рассказать немного о себе, как вы приобщились к творчеству, откуда вы родом вообще. Я знаю, это целая интересная история. Да. Я родилась в маленьком историческом красивом городе Валдай Новгородской области. Географически это Валдайская возвышенность, где берет начало русская река Волга, и потом она впадает в Каспий, но там это маленький родничок. Городок располагается на древнем старинном тракте Москва-Петербург, ну и сейчас, естественно, Москва-Санкт-Петербург, хотя был Ленинград. Поэтому, находясь в середине между Москвой и Ленинградом, он был проезжей частью, очень шумной и известной. Издревле Валдай известен валдайскими колокольчиками, воспетыми в стихах. История его очень интересна. Когда независимость потерял Новгород, и Иван Грозный решил, что будет центр в Москве, тогда колокол Вечевой был снят. Случевский это в своем стихе отображает. «Разбили колокол, разбили, смели валдайцы медный сор, и колокольчики отлили, и отливают до сих пор». Вот я привезла валдайский колокольчик, пускай этот звон оглашает Иверские холмы, и будет здесь красивым подарком Валдаю. Они были с разными названиями: «Дар Валдая», «Купи, не скупись», нет, «Купи, не жалей, ездить будешь веселей». Стихотворение о валдайском колокольчике у меня тоже есть. И поскольку я его принесла, я и говорю: «Колокольчик дар Валдая принесла на радость вам. Пусть звенит, не умолкая, он по Иверским холмам и под небом иверийским до бесчисленных времен разливается российский чистый светлый перезвон. То в томлении, то в тревоге, не скрывая ничего, он расскажет вам в дороге тайны сердца моего». Конечно, находясь в таком городке, зеленом, окруженном озерами, вековыми лесами, и невозможно быть поэтом. У нас там еще Иверский монастырь, который сейчас реставрирован. Это мы покажем отдельно потом все эти фотографии. Да, Иверский монастырь. И он стоял в детстве как в сказке о царе Салтане, с острова виден, потому что Валдай находится на берегу этого озера Валдайского, и с противоположной стороны этот Иверский монастырь хорошо виден. Церковь Екатерининская, поскольку он был на тракте, Екатерина II останавливалась всегда на Валдае, и это место, значит, определено, церковь, как раз она путевая Екатерининская, где сейчас и находится музей валдайских колокольчиков. Но писать стихи я начала рано, как и все, бывает, 14 лет. Это были просто школьные записки, наверное, о природе. И, конечно же, о первой влюбленности, потому что почему-то у меня в памяти так и сохранилось. Почему не забыть тебя, синеглазый мальчишка? Ведь про первую нашу любовь написать можно целую книжку. Вот прошла жизнь, а я вот помню те первые строки. А что вас связывает с Тбилиси? Вот каким образом вы мой период «Семья» на Валдае, где я родилась и выросла, и закончила школу, очень быстро кончился, оказывается. Потому что обычная история, когда, помните, был даже фильм «Невеста Севера». Да, да, приезжали молодые люди в армию, встречались, и потом, конечно, они уже навсегда соединяли свою жизнь вместе. И так получилось у меня. Тбилисец Мочкалян Сергей Степанович, мой супруг, к сожалению, ныне покойный, вот и привез меня сюда в 1970 году. То есть здесь прошла практически вся моя сознательная жизнь, хорошая семья. У меня два прекрасных сына, Степан и Георгий, по именам дедушек. И
Здесь я закончила институт пушкинский в свое время поздно, потом, после того, как я уже стала мама взрослых детей, и у меня в моем райончике в Айсубане показывали вот эта женщина, вот студентка, потому что я была все-таки студенткой уже взрослой. Я отлично училась на филологическом факультете в Пушкинском институте, параллельно еще факультет общественных профессий, журналистикой занималась, но когда я принесла все свои работы, а я сотрудничала всегда на Валдае в газетах и писала стихи и статьи, то мне сказали, что вы уже готовый журналист, и мне просто выдали журналистское удостоверение, то что как бы это уже был уровень профессиональный. То есть серьезно занялись поэзией вы уже в каком возрасте? Сейчас скажу, перерыв был большой, потому что я вот начала писать в юности, но этим запискам обычно никто не придает значения, пишешь и пишешь. Это очень органично входит, так же, как дыхание и созерцание чего-то. И ты не особенно осознаешь, что ты пишешь стихи, но вот пишешь. Была, я дневники вела, как обычно девочки ведут какие-то дневники. Потом я, конечно, их куда-то одевала или вообще они пропали. А вот стихи, творчество, оно же в душе, и оно, наверное, под каким-то... С какого-то импульса все равно начинается. Был большой период. Но когда я уже была в Тбилиси, уже сформировалась семья, уже подросли дети, и у меня, вероятно, высвободилось время для себя. Потому что женщина все-таки в быт всегда погружена. А здесь это время у меня высвободилось. Ну, конечно, надо отдать должное супругу, поскольку в семье это было все слажено, и я могла заниматься творчеством. Начала я писать, наверное, в годы 80-е. Наверное, от ностальгии по ушедшему отцу и по... опять Валдай, потому что переход, он очень сложен, он не всегда привыкаешь быстро к другой земле, к чужому языку и к другой стране. Хотя это был общий Советский Союз, а это была русскоязычная Грузия. Но оказалось, что стихи писал отец. Почему тогда можно считать, что дар наследственный? Потому что истоки творчества в человеке, они вообще не выяснены до конца, но поскольку я начала печататься в 1982 году, вот здесь стихотворение есть, «Снег в Тбилиси», почему-то они взяли, и я всем упала, как снег на голову, это было неожиданно для всех, что вот Татьяна пишет стихи, естественно, никто не знал, но это я уже, приезжая из Тбилиси, стала публиковаться в газете «Ленинский путь» он был вначале, а потом «Валдай». И вот «Снегом в Тбилиси» я так и упала на голову читателям. И с тех пор это творчество, я думаю, уже до конца дней моих на земле меня не оставит, потому что оно есть. Вот здесь такое огромное количество брошюр, книг. Вы представьте, пожалуйста, что-нибудь расскажите так об этих... Это значит, творчество, естественно, началось на Валдае, печатание и первые стихи. Но в Тбилиси, как и во всем круге наших поэтов здешних, это был, конечно, Глеб Борисович Коренецкий. Вот эти брошюрки времена года такие он выпускал, на каждый месяц разные, и мы там все собраны, и в том числе и я, потому что я, к моему счастью, попала в это объединение поэтов, и эти стихи, которые уже стали писаться в Тбилиси, они запечатлены вот в этих вот сборничках. Это у многих есть. Что было далее? Ну, конечно, журнал «Русское слово» Игоря Аванесова, это то же самое. Также я, как и в Тбилиси, печаталась, и наезжая летом на Валдай, я тоже всегда печаталась в газетах. Вот. Но вот эти сборники «Под небом Валдая» 2, один «Под небом Валдая», другой вот «Альманах стихи валдайских поэтов» с высот былинного Валдая изданные. А вот я вхожу со своими стихами в этот сборник, в этот не вошла, потому что у меня просто не было на Валдай, я так бы вошла.
Это петербургские издания хорошие стихов валдайских поэтов, и я, естественно, тоже туда вхожу. То есть в моем творчестве нельзя разделить Россию и Грузию, нельзя разделить Валдай, Москву. И все это так соединено, это моя жизнь, это моя судьба. В связи с обстоятельствами жизненными и, конечно же, событиями политическими, я вынуждена была выехать в Москву. И только тогда в Москве я на свои средства могла напечатать несколько вот этих сборников, брошюрок. Что было приоритетом при создании этих книг? Я не гналась ни за толстой книгой, ни за количеством. Для меня был эталон стихов Бараташвили. Будучи еще на Валдае девочкой, я любила эти стихи, естественно, в переводе Пастернака. Кто не знает его, «Синий» или «Мирани». Поэтому там входило 17 стихотворений всего лишь и поэма. И я удивилась, что малое количество стихов, одна поэма, однако эта книжечка, она прошла столетия, и он так и остался известен. То есть не надо гнаться за количеством, надо очень серьезно относиться к, наверное, к качеству стиха, каждому слову, и не надо лишней макулатуры. Я боюсь лишней макулатуры. И помните, когда у Тютчева была книжечка издана стихов, он, как известно, был дипломат, но мы-то знаем его и как хорошего поэта, и о его книге, когда была издана, сказали, вот эта книжка небольшая, томов при многих тяжелей. То есть для меня вот это как раз, ну не пример, а я это себе взяла на заметку, что вот если какая-то книжечка одна будет томов при многих тяжелей, то это уже будет очень правильно, качество. Правильно. Да. И я из моего вот этого напечатанного считаю, что вот эта книжка небольшая, томов при многих тяжелей. Потому что это касается исследования графики грузинского письма Лозы. Оно здесь отображено Оно отображено не в каком-то научном трактате, это пока поэтическая работа над этим. Но вы помните, что в древности, когда в эпоху классицизма, когда Буало создал свой трактат «Поэтическое искусство» в стихотворном плане, то я и, так сказать, тоже это запечатлела почти таким образом. Конечно, я не хочу сравнивать себя. Не, мы уже договорились, это отдельная тема, о которой мы сделаем отдельную передачу. Спасибо. Потому что это тогда на этом мы не будем собранный гербарий, мы все это потом отдельно покажем в другой передаче. Давайте, наверное, сейчас вы нам что-нибудь почитаете. Сошью я к лету сарафан цветастый. Подолу пышный пристрочу валан, ведь знаю, мне до осени ненастной цветенье срок еще немалый дан. Как в юности уйдем с тобой с утра мы в лесную неразбуженную даль, и чувства свежие, и не вянут травы. Мы молоды, бессилен календарь. Что в небесах ищу я рая, и суете творю поклон, по-райски лето расцветает, и я гляжу, да вот же он. Какая роскошь разноцветья, и с вольным пеньем птиц полет. Так было в прошлые столетия, так точно будет наперед. Что в высоту я устремляюсь, ведь столько солнц горит у ног. Я к одуванчикам склоняюсь и говорю, да славен Бог. Еще кажусь себе девчонкой, парю, как бабочка легка. Летать пора рабочей пчелкой, сбирать слова, как мед с цветка, и строки наполнять, как соты, настаивая слов нектар. Не ровен час ведь спросит кто-то, чем оправдала ты свой дар. На легких крылышках порхаю, так манят яркие цветы, что лет совсем не замечаю, ослепшая от красоты. Летний день, щебечут пташки, золотится солнцем луг, в белых юбочках ромашки, как девчонки встали в круг. Лег на них зари румянец и росинки поутру,
Да чего красивый танец, колыханье на ветру, не осмелюсь тронуть даже, и так хочется тайком в детство, полное ромашек, заглянуть одним глазком. Ну, стихи, посвященные и Валдайскому лесу, а затем Грузии, тоже вот они всегда у меня рядом. Ты впусти меня, беглянку, лес Валдайский вековой, для начала с позаранку освежи меня росой, не таи тропу к поляне, затерявшейся в глуши, и цветы на сарафане, земляникой на души. Дай припасть душою жаркой к ледяному роднику, а кукушка, как гадалка, пусть твердит свое куку. Разноцветные букеты мне под голову сложи, и волшебной ночи лета о грядущем ворожи. Ты, пока не вспыхнет зорька, лес меня не отпускай, и, баюкая тихонько, о Валдае напевай. Твои щедрые подарки новой песней окуплю, с южных гор в конверте ярком, как привет ее пришлю. Мцхета. Алла средь гор распеклась мцхетских крыш черепица, тщетно остуды моля для себя в облаках. Августа огненный день, как перо от жар птицы, мы, обжигаясь с тобою, держали в руках. То настигал нас огонь у гирлянд ежевики, то отступал, где каскадом струилась вода, камушком мелким казались обиды, улики, высились древней стеною под небом года. Что-то от них, как от этой стены, уцелело, бурям, метелям, ветрам было в ней не сломить. Может, в горах этих лето жар птицей присела, в память о встрече далекой перо обронить. Алла средь гор распеклась мцхетских крыш черепица, тщетно остуды моля для себя в облаках. Августа огненный день, как перо от жар птицы, мы увозили из Мцхета в горячих руках. Здравствуй, Важа! Вот почти что вершина, и дальше всходить уже некуда. Наконец мы в Чаргале и к домику Важи стезя. А в небесной дали то ли орлы пролетают, то ли беркуты. Мы приехали в гости к Пшавелло, поэты, друзья. Вот плетеный забор, а под яблоней яблоки красные. Не успел их собрать, не для нашей ли встречи лежат? Очень схожи мы, Важа, хоть пишем в столетия разные, потому что все тот же у яблонь весною наряд, потому что все так же срываются яблоки осенью, потому что похожи над саклей твоей облака, потому что вода одинаково свежею просенью, берега, что ты видел, в них та же струится река. Да и горы все те же, покрытые белую шапкою, может, стали пышнее всем хи по прошествии лет. Здравствуй, дарим цветы, наши строки тебе мы охапкою. Нам, поэтам, границы в столетиях нет. Кахети. Цветочным хмельным ароматом кахети в июле объята. Опять на прогулке веселой мы смотрим окрестные села. К Сигнахе нам как подступиться? Встречает здесь львеночек с рвицей. Они охраняют просторы, кахети, и долы, и горы. Увиты лозой селенья, а лица одно загляденье. И женских морщинок орнамент своею историей манит. Здесь юноши смуглые и стройные, рембрандтовой кисти достойные. А дети и ослики милы, во всех столько жизненной силы. Индейки живут всей сторонки, а родом они с амазонки. Индейские курочки, птицы, когда здесь могли поселиться? Фонтанчик с оленем приятен, его холодок благодатен, балконы цветами увиты, из бронзы стоит Маргарита. Да сколько чудесного с нами, и мы... Типажи пиросмани, красивые домики, арки, а мне на тебя, глядя, жарко. С тобой без вина я хмельная, по улочкам новым гуляю. Нужны не слова здесь, а краски, волшебно вокруг, словно в сказке. За внешней красотою, за древнюю стеною,
легко ль живет народ? Потемкинской деревне, небось, пример сей древний, он счастья не дает. Сигнахи вновь мощеный, а пьет ли чай слащеный, сыта ли ребятня? До города далече, а вместо света свечи вопросы жгут меня. Наречи древняя земля и современные наряды. Нет, все не сон, вернулась я. Я этот город видеть рада. Вокруг кавказских много лиц, и не кавказских, все мне милы. Жаль, мало есть теперь столиц, где не иссякла дружбы сила. Друг друга здесь знаком язык, но если слов запасник узкий, и коль какой вопрос возник, он все ж решается на русском. Анчи с хаты. Пою, как бульбюль желтохвостый, отведав смоковницы сок, о том, что забыть так непросто иверский родной уголок. Спускаюсь одна в анчи с хаты, одна молчаливо молюсь. Укрой меня, Божия Матерь, я рядом с тобой не боюсь. Что может еще приключиться со мной здесь среди горных дорог? Уйдет моих дней вереница, и лягу, где милый мой лег. И только останется песня, да камень на склоне горы. Пусть голос звучит все чудесней до той неизбежной поры. Ананури. Давай уедем в Ананури, там круче горные одни. И рядом нет житейской бури, спокойны, солнечны там дни. Там у подножия Кавказа ромашек россыпи кругом. Они мне словно пересказы и о Руси, и о былом. И коль домчимся до Дарьяла, себя на мысли я ловлю, то я бы, кажется, сказала: люблю тебя, люблю, люблю. Арагва. Остынет тенистую чащу, пришли по горячим камням. Арагва струилась маняще, шептала таинственно нам: о путники нового века, сколь вы милосердны, чисты, чтоб здесь, под ногой человека, места не остались пусты. Смиренно мы Джваре молились, нетленна его красота. А рядышком жизнь шевелилась, и в каждом цветенье куста по-своему все голосило. Кузнечик, комар, стрекоза, лягушек несметную силу вспугнула я, словно гроза. Они в рассыпную упали на светлую ленту реки. Мы Дафнисом с Хлоей блуждали, на лбы нахлобучив венки. Арагва струилась маняще и ныне шептала, как встарь: храните зеленые чащи, где светится жизни алтарь. Спасибо, Татьяна, прекрасные стихи. А вот еще хочется поговорить, я знаю, Зураб Лежава написал на ваше стихотворение романс. Он исполнял у нас здесь на вечере Тарьева Цхуарадзе два романса. Да, это уже становится вообще чем-то потрясающе интересным. Мы, наверное, запишем ему здесь. Вот скажите пару слов, пожалуйста, об этом я еще не слышал. Ну, Зураб Лежава замечательный человек, очень талантливый в разных сферах. В том числе он хорошо, во-первых, играет на гитаре. Я ему предложила свое стихотворение «Романс». Оно так и называется, но коротенько очень вышел. По-моему, на мой взгляд, хороший классический романс. Музыку придумал, создал Зураб Лежава, и он же и пел, исполнял. Поэтому я очень рада, что получился красивый романс. И все, кто его слушали, им очень понравилось. И сказали, что вообще это классический романс получился. Что очень приятно, конечно, слышать. Я не хочу вас потерять, и больше небо признания. Чему то слово повторять, что навсегда связало нас? Я не хочу вас потерять, дороже нет воспоминания. Я не хочу вас потерять, сама себе шепчу сейчас. Я не хочу вас потерять,
как многозначна эта фраза. Но вы мне скажете, коль с вами буду я опять, или только эхо донесет с вершин заснеженных Кавказа. Я не хочу вас потерять, и я не хочу вас потерять. Да, очень красивый романс. Нужно, чтобы послушали, потому что отклики были прекрасные. Ну, и я потом, представляю, потому если... что... А потом как раз здесь, хорошо. Когда был вечер Ториэлла, и он удивился, что я знаю тоже Зураба, а он, оказывается, тоже и Ториэлла написал два романса, то вот такое сотрудничество, оно очень прекрасно. Поэт, музыкант, гитара. Это очень красиво. Это очень красиво. Татьяна, а вот вы как человек не оторванный ни от России, ни от Грузии, который как бы продолжает жить и творить в этих обеих странах, в отличие от многих наших поэтов, которые не имеют возможности попасть в Россию, что бы вы пожелали нам, себе? Вы знаете, у нас, у поэтов, есть друг. Единственный, великий, неповторимый, который нас никогда не предаст, которому мы доверяем все свое сердце, это поэзия. Каждый остается с этим другом до конца, и он делится сокровищами своей души со всеми. Это здесь большая поддержка. Конечно, все люди хотят вырваться куда-то на большой континент. Я помогаю, как могу. Что я делаю? Я беру сборники здешних русскоязычных поэтов, перевожу их в Москву, в Ленинскую библиотеку, и там они лежат для истории. И все-таки пожелания? Пожелания, конечно, оптимизма, сил, здоровья и творчества. Что же пожелать людям, творящим? Творчества, хороших стихов, новых книг, встреч в Кавказском доме, потому что это замечательный дом Смирновой Росет, воспетый всеми русскими поэтами множеством, с Пушкина, Вяземского, Соболевского, Плетнева, прекрасные строки, черноокая Росетти, это Пушкин. Она желтее померанца, живее ласточки она, это Вяземский. Или Туманский сказал: «Любил я очи голубые, теперь я люблю я черные, те были нежные такие, а эти непокорные». Это дом Смирновой Росет, это святое для русского человека место. И хорошо, что этот Кавказский дом существует, он объединяет людей всех национальностей. Но я считаю, что здесь есть еще одна общая для всех национальность – тбилисец. Правильно, большое спасибо. Ну что ж, закончим на этом. Благодарю вас за ваш визит. Спасибо. Большое спасибо. Желаю вам почаще приходить к нам, почаще встречаться. И как-нибудь обязательно можем провести ваш творческий вечер. Спасибо. Я думаю, это не за горами и должно спасибо. Произойти. Всего спасибо. Доброго.